стола. 15:15, казалось, дедлайн, и все шансы сорваны. Но молния за 7 минут до черты – звонок. Зеленский говорит с Лукашенко. Мы уже собирались уезжать, но буквально около 3 часов к нам поступила информация с украинской стороны о заинтересованности и подтверждении проведения переговоров. Мы со своей стороны гарантируем 100% безопасность маршрута, проезда, и будем ждать на этом месте делегацию администрации Украины. Место держалось в тайне, по данным из открытых источников. Это Гомельская область, недалеко от белорусско-украинской границы. Встреча без предварительных условий. Сейчас самое главное – провести переговоры. Это фундаментная плита. Дальше от каждой фразы, от каждого тезиса очень и очень многое зависит. Речь идет о человеческих жизнях. Поэтому у нас просто нет права провести эти переговоры как-то непрофессионально. Засекречен состав украинцев в целях безопасности, которую гарантировали Москва и Минск на все время проезда делегации. По некоторым данным, ее возглавляет замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий. Главным условием это выполнение тех требований, о которых говорил наш президент. Это требования о демилитаризации и о денацификации Украины. В первую очередь будем разговаривать о мире. Каким образом на Украину может прийти мир? Только что стало известно, что украинская делегация дала согласие ехать в Гомель. И вот, как и было обещано, российская делегация прямо из здания российского посольства. Сейчас же немедленно тоже выдвигается в Гомельскую область. Россия готова провести встречу в любое время суток. Новости могут появиться в ближайшие часы. Анастасия Саховская, Александр Александронец, Олег Пилецкий, Андрей Юрчук, Вести.